Шедевр рукоделия от сайта всехобби.ком. Видов рукоделия очень много, но есть такие, которые потрясают наше воображение. Например, картина, которая как живая, как будто можно сейчас сорвать этот цветок или понюхать. Домик, настоящий дом, но сделан из фанеры и винных пробок. Картина на стене. Это не просто картина, а с изображением вашего любимого гаджета. Можно сделать микрофигурки с маленькими детьми. Обычный торт можно сделать необычным. Для того, чтобы поздравить человека, мечтающего о миллионах, чемодан с деньгами. Для человека, мечтающего бросить курить пепельницу с потушенными сигаретами. А мужчины – оригинальную мебель для дачных участков. Все шедевры рукоделия на сайте всехобби.ком. Подписывайтесь, заходите по ссылке ниже, читайте, изучайте, смотрите. До встречи!